Привет всем и не всем. Сегодня вторник, и это значит новый выпуск «Рандом». Правда круто? Боже мой, да всем насрать! Что мы будем сегодня делать? Правильно, йогурт. Так давайте же начнем. Зачем тянуть кота за лапу? Нам понадобятся сливки и сметана. Сливки разогреваем до примерно 30 градусов. Потом добавляем ложку сметаны, при том, что у нас 450 мл сливок. Совсем немного мешаем, не нужно добиваться того, чтобы сметана растворилась. После чего снимаем с огня и делаем вот такую приблуду. Ставим банку в кастрюлю и заливаем в кастрюлю горячую воду, но не кипяток, чтобы когда суешь руку, можно было терпеть. Наливаем до отметки чуть выше середины банки. Потом окутываем махровое полотенце и оставляем, и не трогаем, это очень важно, 6-8 часов. И вот прошли эти сложные 6 часов, и мы пробуем наш йогурт. Ребят, вкусно. Реально, очень вкусно. Реально, я не думал, что получится, но получилось. Для сравнения давайте возьмем Activia. Наш йогурт ничем не отличается от той же Activia. И мы можем спокойно его кушать. А можем добавить варенье, там всякие остальные приправы. Я все съел. Как утверждает автор рецепта, такой йогурт может продержаться 3-4 дня в холодильнике и не испортится. А это значит, что мой канал очень интересный, вам стоит подписаться, поставить лайк, написать комментарий. Также внизу будет ссылочка, ВКонтакте на обсуждение, куда вы можете кидать свои идеи для рандома. Всем пока, удачного дня. Надеюсь, выпуск был интересный.